Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем в Far Cry. Здравствуйте. Так, братья дерево записывают нас на блокпосте, либо разрушить печь в деревне Дагон. Оу, да. Ну что, поехали попробуем. Оружие все есть. Смотрим, куда мне надо. Ага, дальше туда. Хорошо, поехали. Такс. Ладно. Нам сюда. Какого хрена? Да я не знаю, откуда он взялся. Пикс. Так, убить водителя. Черт, меня услышали. Задолбали. Что их слишком много здесь. Так, вы чё, блин? Гоблин, вообще охренели. Собака, прикинь. Да-да, таблетки жопа. Все хорошо. Надо за таблетками сходить. Ух, тише. Тише, дружище, все хорошо. Убить водилу, да? Рано видеть. Прикольно. За работу. Позаботься о печах, а я осмотрю вещи водителя. Такс. Ага, понял. Хорошо. Такс, мне надо на машинке добежать.
Что это было? Валим отсюда. Я не знаю, какие-то звуки странные. Так, у нас там аптека есть. Хорошо. Сразу поворот. Ага. Тише, тише. Какого хрена? Это что было? Ё, охренели, блин. Не из гранатомета стреляют, сволочи. Я в офигении. Я не вижу тебя. Блин, какая трава. Охренеть. РПГ. Там дядя с РПГ ушел. Дядя с дробашом ушел. Ну не в машину мы попали. Ты собака дикая. Сейчас зайдем, посмотрим. Сволочи. Где этот гад? Так, с аптека, 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 аптека. Где-то она должна здесь быть. Такс. Получается, либо в этом здании. Посмотрим, да, вот она. Замечательно. Текс. Сохранились. Смотрим, куда нам надо. Все правильно. То есть нам надо как-то. Дагон Вилладж. Боже, неужели это конченая вот эта деревня? Охренеть. Ладно, поехали посмотрим. Да там здесь меня с минометом мочили. По идее, нам. Сейчас проверим. Да. Да. Короче, надо аккуратненько с краю зачищать. Да был я здесь уже. Очень нехорошая деревня. Очень много чуваков и очень много мин. С миномета стреляли. Да, причем прицельно так. Подожди. Ага. Не знаю, получится ли пробраться по-тихому. Попробую. Ой, не, верни. Вот это мне надо было. Угу. Сейчас я вот так вот в краешек забегу. И нормально. Теперь здесь можно обороняться нормально. Угу. Вот эта сволочь с минометом. Так.
Разрушить печи. Понятно. Сейчас мы разрушим печи. А, понял. Ух ты ж. Вот это не надо. Эй, это я. Я нашел Ксению. Подземный склад на севере от развалин до Гонседико. Когда закончишь, встретимся там. Хорошо. Давай, смотрим. Ага, хорошо. Поехали. Сейчас на этом опять убожище будем лететь. Что-что, но здесь мне не нравится аэроплан этот грёбаный. Плохо сделан, да. Но зато легко можно уйти отсюда. Мишень не задевает только. Да, здесь. Сюда надо, там будет машинка моя. Чуть дальше. Вот так как-то аккуратненько приземлиться. Опять то же самое. Нет, уже нельзя. Ладно, это хорошо. Сейчас машину найдем. Машину я здесь оставлял, но ее, походу, уже нету, да? Сейчас мы проверим. Ну да. Машины нет. Ладно, хорошо. Сейчас. Так, дядьки проедут на машине или... Да давай его. С гранатометом будет еще один Чекушило. Да вот интересно. Да, это есть. А, это задний. Все, я понял. Подойдем поближе. Поближе, поближе, поближе. Ага, он здесь у меня уезжает. Пошел. Попусти, попусти. Плохо, плохо. Да, я понял. Давай, 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 давай. Нет у меня таблеток, чувак, нету таблеток. Зачем я стрелял в него? Я умный? Не, первый раз такое, я не знаю, что это сейчас будет. Последнее сохранение загрузит? Или что, я не понимаю. Нет. Там вы найдете хорошего человека, но сначала при вас должны быть эти документы. Передайте их ему и получите лекарство. У вас одно новое сообщение. Какого черта ты? Че? А, я понял. Ну, давай попробуем тогда, знаешь, как сделать. Сейчас. Мы немножко загрузим. Попозже, да. Короче, загрузим до того момента. Ну, короче, как я начал играть. Да. И поедем за таблетками. Попробуем. Вот здесь. Да. Ну, может быть, дадут в этот раз таблетки. Может, нет, не знаю. Сейчас будем смотреть. Но без таблеток жить нереально. Нереально.
Так, смотрим. Значит, направо и... Вообще бы мне на речку выехали, да? И по речке. Есть тут речка? О, да. Все зашибись. Все шикарно, все зашибись. Так, смотрим. Сейчас мы назад. Надо как-то проскочить. Жарковато немного. Да надо таблетки найти, потому что, ну, сдохнем просто. Вы же видели, что получилось. Миссию, короче, мы не даже не доделали, и, короче, бред какой-то получился. Нас пропустят, все хорошо. Так, здесь мы проскочили нормально. О, теперь куда? Стоять. Ага, я понял. Проскакиваем здесь. Летим прямо. Почти прямо. Нормально. И заходим вот сюда. Замечательно. Ой, нормально. Так, после моста... Не знаю, где вообще меняется, будет с ним пожидать. Блин, лишь бы оно получилось. Потому что я не знаю. И если не получится таблетки, не знаю, как мне дальше играть. Но двери не открываются, я не понимаю этого прикола. Возможно, я убил не тех, кого надо. То есть мы посмотрим. В прошлый раз я пришел, я перестрелял всех. А потом зашел в хату. Но в этот раз, вы же видите, я перестрелял всех и не получилось зайти. Меня не найдет, не знаю. В чем прикол? Так, здесь падлы будут стрелять, скорее всего. В прошлый раз стреляли. Сейчас, если какая-то сволочь меня заметит. Во-во-во-во-во-во-во, хреново, хреново, уже хреново. Скоро, скоро начнется. Да. Успеть бы. Уйди нафиг. И как хреново, таблеток нету. Что за нафиг? Как мне быть? Может, придется еще раньше загружаться, там, где мы брали миссию. Придется валить их. Это чё было? Все. О, подожди, что такое? Стоп. Что за нафиг? Дальше. Телефон подальше, все. Да давай уже. Заводись, корыто ты долбаная.
А, мне по сути тут приблизительно и надо. Давай, ладно, попробуем здесь выйти. В прошлый раз я вышел там близко, к домику. Давай попробуем в этот раз здесь выйти. Ох, надеюсь, получится. Да ты задолбал. На машинке мы подъедем. Ла-ла-ла-ла-ла. Мне таблеточки нужны. На-на-на-на-на-на. Ну. Сейчас, возможно, будут стрелять. Да, возможно, они будут стрелять. Да подожди ты, ёперный балет. А вот. Зашибись, все, я так понял. Успеть, успеть за таблетками. Да с какого слезет? Вы, блин. Что, зерги? Так, 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 друзья, пошли, 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 пошли. Да, 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 супер, все, класс. Здорово, чувак. У тебя есть дорожные документы. Быстрее болтай, пидрил. Пожалуйста, входи. Да быстрее, давай. Нужно лекарство, но сначала отдай нам то, что принес. Давай. Спасли жизнь друг другу. Таблетки я давай постараюсь сейчас. Жить достойно этого подарка. Все, шикарно. Таблетку, оп, хапанули. Все, зашибись. Класс. Так, замечательно. Мы сделали то, что от нас было необходимо. Мы получили таблеточку. Это значит что? То, что можно ехать выполнять. Козёл. Откуда ты вылез? Так, поехали отсюда. Нам нужна лодка, едем на лодке. Выполняем задание. Стоять, подожди. Все правильно же? Да, по лодке. Да, кстати, можно полностью на лодке проехать. Все, зашибись. Зашибись, и пахнет. Все хорошо. Где лодочка моя? Вы чё? Шо нахуй? А, то они там перестреливаются. Ну, пускай перестреливаются. Моя лодочка. Какого хрена? Ой, по мне просто по полю. Только откуда не могу понять. Поехали. Самое интересное, что его не... А,
теперь вижу. Сучара. Ну еще. Понять не могу. Сука. Это что было? Понял? Стой. Не надо. Давай загрузим. Да. Я не могу понять, откуда стреляли, понимаете? Ну, я уже понял потом. Машина с лесом. Так, здесь местные разборки. Мы их разведем. Попытаемся. Ладно, получилось. Где это, сука, садится? Да где-то машина еще одна, да? Стопудово. Я не вижу. Так, с лодочки нету, машины нету, ничего нету, короче. Поехали. Да, нормально сейчас. Шикс. Найдем дорогу. На вырулили, все нормально. Все хорошо. Все шикарненько. Все офигенненько. Так, и тут, да, причал. Все. А, это там, где эти мудилы меня стреляли в прошлый раз. Ты подло. Нормально все. Все херня. Вот как он так через стенку может стрелять? Объясните, я не умею так. Сикотина. Все, желающих нет. Не, прикинь, уже. Гадюка долбаная.
Ладно, поехали. Выломать бы тебя, Гейзик, ты мой маленький. Вообще было бы шикарно. Так, у вас есть аптечка? Есть, все замечательно. Как хорошо, правда? Умнички. Для Кольки приготовили классную аптечечку вкусненькую. Так, дальше смотрим. Дик-дик-дик-дик-дик в ту сторону. Понял, поехали. Дяденьки, идите нахрен, я вас не звал. Сучара вы долбаная. Ладно, сегодня тут стреляют, получается, приезжающих. Откуда они узнали, что это я еду? Почему они, блин, они что, они знают, что я... Это я? Охренеть. Лошара. Ну и ладно. Так, теперь, значит, что нам надо сделать? Нам необходимо так остановиться и посмотреть со снайперской винтовочки. Вон здесь. Давай сделаем вот так. Халявные патроны. Хули там. Куда ты бежишь? Кто еще? А я не знаю, мирный, не мирный. Не вижу сейчас. Поначалу я еще как-то, знаете, думал, что здесь есть мирные, есть... Вот в третьем Far Cry будут мирные жители, то есть которых не надо убивать, да? А здесь же, я так понял, все немирные. Все с оружием, все стреляют. И все пытаются... Кольку убить. Вот, а мне так и не нравится этот вариант.
Вот из-за чего я их просто тупо сдалека. Вышли туда, блин. Кто? Я тебя не вижу. Самый прикол, что я его действительно не вижу. Чё? А вот он. Приехал в деревню, перемочил, да? Какая интересная игра. Либо убрать водителя разведного из блокпостей, либо разрушить печь в деревне Дагон. Ага. Ладно, поехали. Стоять. Снупер. Кто ты, падла? Вон, без лука. А, нет, помогите. Че, уже не так не смешно? Фикс. Ой, стой. Давай! А, давай. Где его? Да, слышу. За работу, позаботься о печах, а я осмотрю вещи водителя. Вот теперь мне необходима машина. Так, мне нужна аптечка. Зашел за аптечкой.
Блин, прикиньте. Сейчас, две секундочки. А, не, нет, сейчас я ему напишу, он сейчас отправит. Угу. Ну, они же еще там, да. Там так, продолжим. Эч! Что это такое? Стоять? Затихли. Ага, ну ладно. Не, ничего не слышали, всё нормально, ничего не слышали. Опа. Окей. Зашибись, все норм, все хорошо. Патрончики заканчиваются, только единственное, вот это минус. Кто-то по мне стреляет? Не знаю, кто это. Парам-парам-парам. Ух ты. Это чё за нафиг? Такс. Погодите. Тут не туда зашёл. Где гранатомящий хрен? Ладно, ты ж здесь был. Ты ж отсюда по мне стрелял. Неужели ты выкинул свой гранатомет и стрелял с чего-то другого? Прикиньте, нету? Странно. Это бред. Ладно. А, вот ты где. Да, это мячик умер, этот умер. Хорошо. Угу. Все равно не дадут. О, слышите? Начинается.
Да-да, почти. А, кстати, он же, по-моему, где-то здесь сверху был, да? Оттуда прилетело. Ой, куда-то я залез в непонятную дырку. Ладно, сейчас вылезу. Это вот здесь вот, да. Хорошо. Что ты хочешь от меня, парень? Эй, это я. Я нашел их тайник. Подземный склад на севере от развалин до Гонседжико. Когда закончишь, встретимся там. Тыкс. Полетели. И полетела бомба. Тише. Окончено управление. Окончено. За шоу я зацепился. Кто его знает? Так, а ну смотрим. Машинки нема. Понял. Поехали. Так, нам надо здесь опять очистить эту деревяшку. Деревушку. Давай еще. Минимум еще один. Луч DX. А, тоже стрелять придется или нет? Иди, да. Я что-то как-то
невнимательно посмотрел. Надо будет аккуратненько сейчас. Я думал здесь его просто встретить и все, но я так понял, теперь не получится так. Желательно сделать вот так теперь. Да, пройдемся пешочком. Чуть-чуть. Я как-то поспешил. Ладно, так. Давай я въедем в сторону. Ну да. Сбоку зайдем. Чего нет? А кто меня ожидает сбоку? Никто. Ой. Кто меня здесь ожидает? Никто. Давай! Живи, сука! Все? Молодец. Двигай вперед. Мне нужно проверить оружие. Я нагоню. Так, миссия выполнена. Выполнена. Задание. О, кончено! Все, друзья! На этом моменте будем сохраняться. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам серия понравилась. Мы спасли нашего нового друга. Мы нашли таблетосы. Короче, все в шоколаде. Все классно, все замечательно. Можно играть дальше. Все. Всем спасибо. Всем пока. До следующей серии. С вами был Николай. Пускай у вас все будет хорошо.